Я в тайге провел 3 дня, в итоге написал 9 книг, и выход самих книг, реакцию людей на них, изменение ситуации в мире, она предсказала в абсолютной точности, вплоть до указов президента. До сих пор ученые спорят, кто такая Анастасия, выдвигая всевозможные версии. Многие ученые считают, что она сделала самое главное открытие, более значимое, чем создание атомной бомбы, строение космических аппаратов, строение коллайдера. Это открытие величайшее, которое влияет на социум, который как раз и делает все вот эти технократические вещи, в которых мы живем. Это открытие заключается в том, что люди начинают менять свой образ жизни. В ближайшее время на Земле произойдут колоссальные изменения. Начнется гонка разоружения. Разводы будут очень и очень редкими. Будут рождаться дети совершенно другого, отличного от нашего мировоззрения. Вся планета начнет превращаться в необычайно красивый цветущий оазис. Люди начнут осваивать не просто космос, а другие планеты и строить на них такие же прекрасные сады, которые будут в России, во всех странах Европы и Америки. В России, в стране, в которой с карты России исчезали сотнями ежегодно села, маленькие и большие, вдруг читатели книг, которые соприкоснулись со словами Анастасии, создали уже сейчас 230 поселений, состоящих из родовых поместий. Вот эта главная идея, которую взяли читатели от Анастасии, это создание родовых поместий. Родовое поместье, где человек сам меняется, где человек по-другому относится к земле, к своей любимой, к своему ребенку, где он продлевает свою жизнь. И вот это происходит во всех странах, где появляется вот это необыкновенное высказывание Анастасии.